Привет! С вами Тору, вы на канале Nissan Race, и мы продолжаем прохождение обновления 2.10 для GDDR3, и мы проходим историю Зика. Историю Хьюга мы оставили на десерт, потому что, я думаю, там будет самое интересное. И, блин, меня мучает очень вопрос по поводу Сомы, он же Айн. В конце прошлого эпизода, эпизода Клэр из обновления 2.0, нам как бы намекнули, что с Сомой чё-то не так, и... было надпись о том, что продолжение следует. Надеюсь, в этом обновлении нам тоже немножко истории Сомы выльют в лицо, потому что, блин, надо бы. Потому что, в анонсе-то, в анонсе этого обновления не было ничего об истории Сомы. Будет печально, если о нем внезапно забыли. Ну, а мы продолжаем. Чтобы продолжить, нам придется поднять уровень резонансной синхронизации, да? А для этого нам нужно вдвоем выходить на задание. Ладно, в общем, как подготовишься, сразу говори. Таки готов. А сколько нам нужно? А сколько? Сколько ты хочешь? Хорошо, ладно. Ну, в таком случае мы пойдем выполнять... Так, сейчас доступна такая работа. Мы пойдем выполнять задание на время. Так, обычное испытание. Пойдем добивать вот, да, то, что не добито. О, боже ты мой. Слабость к огню. Так, Зик. Он здесь уже выбран, удобненько. Зик, Фим и... Ну и Клэр, я думаю. Так, отлично. А почему я сразу с собой Хьюга не беру, чтобы ему тоже как бы прокачать-то эту уровень резонанса? Просто потому, что заданий-то еще много. У нас заданий еще очень много, ну, которые не выполнены. Так что спешить особо некуда. И Хьюга потом тоже добьем это дело. Так, изменение атрибутов, огонь. Так, сохранить. Уф, так. Вспомнить, как это все работает. А, вот так это работает, славно. Отряд собрали. Ну, главное, чтобы у нас с заданий на время тоже уровень синхронизации с Зиком продвигался. Ну и заодно надо бы выполнить все же 38 заданий на время, чтобы получить что-то. А что получить, я не помню, что. Вроде бы как костюм какой-то. И вроде бы относительно даже неплохой там костюм. Ах, атака на время. Нам бы его просто запинать. А тут еще. Ну, нам бы на серебро выйти. Ни о каком золоте здесь речи вообще идти не может. Вообще бы выжить для начала. И как бы уже было бы неплохо. Так, ладно, давайте делать кусь. Сейчас мне еще нужно с управлением как-то освоиться. Потому что потому. Подзабыл я уже это дело немного. Так, ну вроде бы основное помню. Основное вроде как помню. Вот хилюсь, а у нас на... О, все, оно в ярости. Я помню приблизительно, что оно делает. Оно очень быстро носится вперед. То есть, если мы будем стоять по сути сзади, то ничего особо страшного с нами не произойдет, верно? Так. Расстояние-то какое было, и все равно. Ну ладно. Ну, хп мы ему что-то как-то что-то не особо на самом деле слили. А вот он нам уже, да. Никакого золота. Серебро, да, серебро вполне себе, но... Никак, блин, не золото. Ну, не стоп. Даже не пахнет здесь золотом, потому что... Я не шарю, что с ним там делать-то нужно. О, Блэд! Все, отлично. Правда, вот у меня... Сейчас слетит. И ладно. Как-нибудь прорвемся. Так, задняя нога, передняя нога. Сейчас еще сюда наваляем ему.
По-хорошему ему морду бы расколоть, и тогда было бы, наверное, норм. Ну, кстати, пол хп уже как бы и нету у него. Если так пойдет и дальше, то мы даже справимся. Эх, по лицу получу. Вот не успеваю. Слишком долгая анимация после пожирания. Но это, конечно, с одной стороны, как бы да, нужно все это дело рассчитывать. О, минус Зик. Здравствуй. Тебе как там? Норм? Ну, надеюсь, тебя рискнут. А, потому что у меня нет на это времени. Вот просто совершенно. О, Флэр, поехали. Ему нужно срочно расколоть морду. Эх, сейчас бы просто на линию его укуса прибежать. Ну, просто, а почему бы нет, на самом деле, да? Ну, серебро мы точно возьмем, это вообще без вопросов, это даже не обсуждается. Серебро-то точно наше. Но обидно все-то. Если бы не тупил, то можно было бы и золото взять. Ладно, лучше уж синица в руках, чем журавли в небе, да? Во-во-во. Хорошо. Так, давай. У нас уже перестало отображаться его хп, значит, оно уже готово отъезжать. Ага, я тоже смотрю. А неплохая такая, да, у него атака была? Прям почти на фул хп. Твою мать. Почти на фул хп мне влетело. Так, ну здесь, наверное, только шар нас спасет. Так, а индикатор его хп что-то не мигает, что странно. Уже должен был бы, пора бы ему. Все. А странно, почему не мигал? Или это у меня на косе только этот навык стоит? Ладно, не суть, главное справились. И то хорошо. А сейчас посмотрим, насколько уровень синхронизации с Зиком у нас вырос. Ну, наверное, также на 6%. Нет, не на 6, на 3,5. Почему? Могло быть и лучше, в общем. Так, плюсики есть, плюсик есть. Но у меня на 35 и так, простите, заточена винтовка. Куда? Мне бы лучше дали вот то, чего у меня нету. А нет у меня щита и нет у меня вот этих вот клинков. Так, ну с тобой мы дальше не, да? Да-да-да, ты, видимо, хочешь 20%. Понял. Ладно. У нас есть следующее задание на время. Так, кто у нас тут уязвим к огню-то? Никто. Понял. Понятно, ясно, понятно. Вот этого парня я вообще как бы не хочу особо. Так, ладно. Снова идем менять пули. Но опять же, золото это такое. Золото, по-моему, если я ничего не путаю, у нас в этом обновлении повысили максимальный предел заточки снаряжения до плюс 40. Это не точно. Если это так, то вот на золото я буду выходить, вот когда весь шмот абсолютно проточу себе. На плюс 40 тогда мы уже с ними поговорим. Угу. А вот когда я подготовлюсь на все 100%, тогда мы с ними и будем разбираться. Ну, я надеюсь, нам с Зиком нужно 20% синхронизации, чтобы мы могли открыть доступ ко второму эпизоду. Эх, поехали. Тварь, да какая, не хочу. Не буду, не надо. Так, ну что, попробуем что-нибудь раздробить, что ли. Я не знаю, что мы можем тут сделать полезного. Полезного мы можем держаться у него в хвосте, чтоб... А, ну, бесплатно, супер, отлично. Оно еще и в ярости. Помним мы Анубиса, помним. Особенно помню я его урон. Ну, конечно.
тут или я, или Фим, тут как бы третьего не дано было. Само собой, конечно же, конечно же. Ну, конечно же, все. Домой. Фим? Нет, не Фим. Отлично, шикарно, классно, я рад, доволен. Не, ну как бы урон-то по нему есть, вот смотрите, все как бы там хорошо, да, урон проходит, и отлично проходит, но, типа, уло, его урон не просто отлично проходит, а он меня ваншотит, фактически, вот эти, класс, пол хп нету, вот было пол хп, да, тыка лапкой, нету пол хп, я бы не бил его, я бы ушел куда-нибудь, пока он в ярости, но, алло, у нас ведь... атака на время. Как бы тут нужно максимум его прессовать. О, например, вот так. Вот это уже хорошо. Вот это уже хорошо. Ему еще что-нибудь расколоть. Я смотрю, он уже из ярости просто вышел. Наверное. Надеюсь. Да, все понял, я пошел. На тебе еще под хвост, чтобы было. Так, еще укусим. О, все, оно без ярости. Классно. Хорошо. Так, 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 стоп, отвернись. Блин. Подходить к нему вот сейчас вообще не тянет. О, минус я. Да, да. Нет. Почему? Твою даже. Чё-то попёрло, не? Чё-то пошло не так. Что-то явно пошло не так, судя по урону. А, вот теперь все стало на свои места. Теперь все хорошо. Теперь эта тварь во всплеске, и теперь мы его хрен пробьем. Вот теперь все хорошо, вот теперь все как нужно. Так, предплечье, да? И голова у него в расколе. Ну ладно. Ну, держимся под хвостом, и тогда мы по лицо... Понял. Это мне в лицо летит? Надеюсь, нет. Где мой шанс? А, все, покидал. Сладненько. Мне вообще на километр от него сейчас отойти и не подходить. Он фактически ваншотит. О! Снова отъехал наш нубайс. Зик, ну ты вот да. Хотя ты не прокачан, о чем говорить. Я ж тебя с тобой на задание не брал толком. Так что это неудивительно, что тебе так больно и грустно. Так, Клэр, давай-ка мы что-нибудь сделаем. А, не Клэр, а Зик. Ну ладно. Ладно. Так, стоп. Анубис, который... Ой, все, я минус Тору. Нет. Хорошо. Что-то Фим в этот раз не поддается, не жрется. Так, Анубис, давай мы не будем с тобой начинать. Происходит. Так, ну нам серебро бы выфармить, и все будет хорошо. О, все, Анубис в режиме спресс. Вот, вот, все, вот это я понимаю. Но, блин, и у него хп как бы просело уже, правильно? Типа можно здесь поднажать, чтобы уж серебро-то точно получить. Ой, все, минус задняя нога. И, походу, сейчас мы его и добьем. А, нет, выносливости, наверное, не хватит, но если что, пристрелим. Пристрелим-то точно. Так. Не, даже добили. Ну, цель, минимум серебро мы получили. Все хорошо. А теперь остается просто надеяться на то, что нам с Зиком уже доступно новое задание. Будем надеяться, что там с 20%. Оно должно было быть. Так, 23, хорошо. По плюхам. А, ничего. Вообще. Но новое слово спаситель. Можно какой-нибудь новый титул придумать. Так, ну что? Зик. Ты где есть? Ты готов, надеюсь? Ну, 20%, все, пойдем. Ага, то есть нет. То есть мы еще как бы и не готовы. Понял. А до скольки, интересно, нам нужно поднимать?
Я опять поругался с Клэр. Не ковыряйся в еде, пережевывай лучше. Она что, наша мама? Возможно. Возможно. Блин, когда появится новое задание? Так, чё-то я страдаю в заданиях на время, но тут их как бы 3 штуки осталось, но мне от этого на самом деле ни хрена не легче. О, пойдем на Ра, он как раз уязвим к свету, и нам не придется менять свои эти пули. Ну, меньше заморочек. Ну, блин, если после этого задания не будет доступен эпизод, я расстроюсь. Поехали. Так, купол живучести или как... А, нет, стоп. Живучесть это же была, по-моему, не у этого парня. Да, в принципе... О, мудра, мудра. Серьезно? Серьезно? Тварь, ты мне в элитной сертификации... Сколько крови-то выпил, 30-й. Так и не прошел, к слову. Я не знаю, как я на обычные сертификации его прошел, потому что там там тоже тот еще геморрой, но... Как-то справился, как-то победил. А как? Вот это уже другой вопрос. О, всплеск там уже. Ясно, понятно, а че бы и нет. Почему бы и нет? Фимочку съел. Я же говорю, либо я, либо Фим, либо Фим, либо я. Ну, тут как-то третье не дано. А. Справедливо. Справедливо. Посмотрите на его ХП. Ему насрать. Вот абсолютно. Бьешь его, не бьешь его. Как бы норм. Он себя чувствует вполне себе хорошо. О, Фим, прости, я бы тебя риснул, но... Ну, не хочу. Я и так был мертвый. Блин, ну второго-то по-любому придется убивать. Правильно, где? Сейчас бы в камере еще заблудиться, да. Второго-то нам пинать придется по-любому. Тут больше не больше надо. А, ладно. Отлично. Ой, там и Клэрочка отъехала. Вообще супер. Так, бить, давай. А я в нас верю. Ну, куда твою ж там, а куда ты скакал? Где-то. О! А что это с ним? Приуныл что-то парень. Ладно. Возможно, это наш хоть какой-то шанс нанести ему хоть немножко урона. Знаете, что я думаю? Здесь будет хорошо, если мы хотя бы на серебро выйдем. Тут как бы может оказаться и бронза. И бронза вполне себе. Не исключено. Ему бы вот эту хрень расколоть, блин. И урон по нему пошел бы. А так чет как-то не особо. Не наблюдаю я урона. Твою ж! Сука! Удачно я повернулся. Очень удачно я повернулся. Прям когда мне в лицо что-то летело. Ломайся, тварь. Марин, ну вот сейчас там... там... Я думаю, та хрень, которая меня ваншотнула в прошлый раз. А, вот что еще может ваншотнуть, к слову. А урона-то не ту. А типа, как бы, да. Мы ему и четверть хп не снесли еще. Господи, это дерьмо, ты точно по всей карте его хер увидишь. Проблема его просто найти, не говоря уже о том, блять, чтобы его запинать где-то животное вот так. Это самые ужасные рогами в этой части. Просто у него нету конкурентов. По уровню боли. Просто такое животное. К тому же и урона оно еще и толком не получает от нас, но это так. О, руки, да ладно. Мы, блять, пошел вон, живот. Ну и все, и нам это животное не дало подамажить. Отлично. Супер просто. Ага, сейчас. Ну, конечно, сейчас. Так, у нас даже серебро здесь под вопросом.
А, понимаете, это вот атака на время есть и соло-испытание, да. Типа, как бы, вот это вот, соло на золото. Есть вообще такие уникумы? Не, я не спорю, что есть эти акты, они могут. Но, блин. Это перебор. Это явно перебор. Большой-большой перебор. Ну, в общем, нам нужно вот этого запинать, и тогда тот упадет. Насколько я понимаю, насколько я помню. Так, не-не-не-не-не-не-не. Где? Где он? Вот он. Что происходит? Короче, бронза. В лучшем случае бронза. А, твою ж. В худшем я вообще иду в лес. Что как бы тоже не исключено. Так, натягусь. И поехали. Ну, я ж по лицу сейчас отхвачу, верно? По сути, должен. Что там сзади еще мерцает, мелькает. Что там вообще происходит-то? Ай-яй-яй-яй-яй, я бы свалил, наверное. О, и, конечно, оно в ярости, и сейчас будет пожирание, верно? Ну, конечно. И с другой стороны. Да. Отлично. Где второстепенный помер? Хорошо. Значит, время дамажить вот эту тварь. Так кусни ты его! Вот. Как так вышло-то? Не, ребята, это бронза. Это без вариантов. Это бронза. Так, ну. Хоть одна хорошая новость. Блин. Ему бы вот эту хрень расколоть. Было бы крайне-крайне неплохо. Так, я понял, я пошел. Так, ну что, попробуем вот так. Может быть, так она расколется хоть немного. Нет, нет. Понял. Ой, Амунра, Амунра, да чего ж ты меня бесишь-то? О! Ладно, сейчас будет кусь. По лицу, возможно, больно. Так, а что это он приуныл-то? Он серьезно что-то приуныл? Ай. Я в воздухе, меня ударной волной земли. Что за дело? Что за дела? Так, я понял. Я пошел, пожалуй. Сейчас просто в меня шарики полетят какие-нибудь. Сейчас опять лицо поворачиваю, и там прям в лицо влетает, врывается шар. Самый хороший раз. О, да. Вот они. Ну, это хотя бы не кусь был. Что уже хорошо. Так, ну и Амунра, он, кстати, уже при смерти как бы. Что как бы намекает, что у нас все же есть шанс на серебро-то его допройти. Но, блин, время сейчас не на нашей стороне. Вот вообще прям... А учитывая, какую дичь оно здесь творит. Не, не успеем, наверное, ему на серебро сейчас пройти. Но попытаемся хотя бы. Его бы один раз еще завалить, а один раз. Вот сейчас. Там несколько секунд осталось. Максимум урона. Должно быть серебро, должно быть. Просто на на кончиках пальцев. Ой, заслуженное серебро. Блин, а поначалу боя я думал, что здесь бронза максимум. Это было больно. Ну что, 26%, может быть, сейчас нам подбросят новое задание. О, плюсик для щита. Два плюсика для щита. Славно. Вот это нам пригодится. Слово изувер.
За шо? Изувер это, по-моему, Амон-Ра, но никак не я. Так, сейчас, чтобы не забыть, мы два плюса повесим на щит. И... А, нет, стоп. Там щиты, защита стража. Так, лови. Ну и плюс 27, да? Да. Славно. Уже должно быть нам, ну, не так больно. Больно-то, конечно, будет, но... А чтобы продолжить, нам придется поднять уровень резонансной синхронизации. Окей, видимо, либо 30, либо, по-моему, 40 было. В эпизоде Клэр, я точно не помню. Ну, ребят, а на этом мы эту серию закончим. Продолжим поднимать уровень резонансной связи на заданиях на время. Мы уже в следующей серии. А на этом все. Спасибо за просмотр и пока.